Ну что ж, следующий вопрос. Интуиция у вас нулевая, честно скажу. Зрители, по-моему, чаще угадывают, нежели вы. Следующий вопрос. Скажите, кто из стоящих, вопрос попроще. Кто из стоящих на этой сцене лучше всех владеет нашим государственным казахским языком? Кто в совершенстве говорит на казахском языке? Номер один, говорят почему-то. Номер один, вы уверены? Он говорит, номер один, да, хорошо. Говорят. Номер семь, говорят, что лучше всех говорит по-казахски. Понятно? Назад. Номер девять. Ну да, логично, да, как бы? Давай с логичной версией попробуем. Скажите, вы лучше всех среди здесь присутствующих говорите на государственном, на казахском языке? Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ким Артем, мен корейспін, 4-ші жүз бар ғой, кешіріңіз. Кешкене сөйлей. К сожалению, не лучше всех, он знает казахский язык, не угадали. Номер семь. Скажите, быть может, вы лучше всех говорите на казахском языке? К сожалению, нет. Очень хочу, но нет. Не угадали. Может, это последняя попытка. Скажите, номер один. Быть может, вы лучше всех говорите на казахском языке? Армысыздар, варысыздар, кешер, құрметті ханарымызалар, құрметті шастар, тойларыңыз құтты болсын, бақыт болды, раман болды, қайда болса, жұл болса, байқау жүз ауырма, сұнғысында керемет күнімен Туғыш Шабара! Угадали, Алина, номер один. Гони, зарабатывай свой первый балл, молодец, 1-0-0-0. Двигаемся дальше, осталось 4 участника. Скажите, кто из этих стоящих на сцене людей профессиональный битбоксер? Ну, знаете, что такое битбокс, когда при помощи рта умеет создавать великолепные звуки. Восьмой. Восьмой считает. Гони. Даурин. Номер девять. Я за... Солидарный номер девять, да. Восемь против девяти. Скажите, номер восемь, вы действительно профессиональный битбоксер? Нет, к сожалению, да, не угадал. Номер 9. Быть может, вы лучше всех умеете делать битбокс, создавать звуки при помощи рта. Догнали друг друга, да. Осталось три участника, интрига накаляется, ничья 1-1-1. Скажите, я думаю, сейчас, да, будет сложновато. Кто из стоящих на этой сцене профессиональный футболист? Кто играет лучше всех в футбол? Восемь. Восемь, вы уверены? Да. Быть может, номер шесть? Нет. Восемь, да. Хорошо. Говорят? Номер 8, Лизан. Единогласно они считают, что номер 8 профессиональный футболист. Скажите, номер 8, вы профессиональный футболист? Yes, да, профессиональный футболист. Легионер сборной Казахстана по футболу здесь в гостях. Давайте покажем мастер-класс, как нужно играть в футбол. Ну что ж, последний вопрос, и нужно будет выявить победителя. Счет 2-2-2. Скажите, кто из стоящих на этой сцене профессиональный саксофонист? Профессионально умеет играть на трубе. На саксофоне, вернее. Гони. Номер 6 считает Гони. Даурен. 6. Лязар. 6. Все единогласно считают, что номер 6 лучше всех играет на саксофоне. Скажите, это правда? Да, это правда. Угадали саксофониста! Молодцы! Ну что ж, покажите нам мастер-класс игры на саксофоне.
аплодисменты нашему саксофонисту, браво! И спасибо нашим участникам, дружеская ничья, пожалуйста, аплодисменты вашим.